школьники переселенцам. Весь март школьники Шевченковского района собирали макулатуру, чтобы на вырученные деньги приобрести им постельные принадлежности для временных переселенцев. Сегодня помощь передали представителям городских служб. Когда всем миром проще, более 8 тысяч школьников района собрали 8 тонн макулатуры. Этого хватило, чтобы приобрести 16 комплектов постельного белья и 54 подушки. Все эти вещи пойдут на комплектацию общежития для временных переселенцев на Патриотической. И вот 54 там не выстачало. Мы сколько комплектов нам хватило, мы купили 16, а 54 подушки, сколько нам вказали, мы придбали. Ну, когда мы узнали о грядущей акции второй макулатуры, мы с радостью приняли в ней участие, так как в нашей школе также есть дети переселенцев, и мы не понаслышке знаем, как им тяжело, как материально, так и морально. Собирали как и старшеклассники, так и младшие ученики. Потом также то, что мы участвовали, это детям переселенцам мы собрали игрушки, чтобы, ну, чтобы им не так было грустно. Мы очень трепетно относимся к этой ситуации. Хотелось бы, конечно, чтобы все это поскорее закончилось. Искреннюю благодарность детям, их родителям за воспитание вот, нашего подрастающего поколения в духе патриотизма, в духе сочувствия, в духе желания принимать в этом участие, оказание помощи. Из таких вот, казалось бы, простых мероприятий становится ясно, патриотизм на самом деле и состоит из небольших добрых дел. Самых активных по сбору макулатуры наградили грамотами от райадминистрации. А общежитие на Патриотической осталось теперь укомплектовать столами, шкафами и стульями. И можно заселять.